Администрация города подвела итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление торговых объектов. Он проходил с 1 по 19 декабря, а призовой фонд составил 100 тысяч рублей. Первое место занял магазин «Александрит», второе место – магазин «Аскона» и третье место – суши-бар «Мастер Шифу». Победители получат денежные призы: за первое место 45 тысяч рублей, за второе место 35 тысяч рублей и третье место 20 тысяч рублей. Отметим, что в Губкинском большое внимание уделяется благоустройству, и такие инициативы позитивно влияют на имидж города, комфорт и качество жизни его жителей.